Всем привет! Хочу вам рассказать, что мы открыли свой собственный сервер. Открытие сервера сегодня, 22 мая. На сервере присутствуют моды, о которых вы можете подробно почитать в нашей группе. У нас найдется место всем, как и для любителей PvP, так и для любителей рейдить базы. На сервере нет никаких донат-баз, донатного лута и спавна. У каждого игрока есть начальный капитал, который вы можете реализовать в банкомате. Зайти на сервер можно через Days ESA Launcher или Steamовский Launcher. Полное описание сервера в описании под видео. Переходи и начинай свое выживание. По старое. Я надеюсь, туда народ ринется. Ебучий случай. Погнали отстреливать. У меня патрон-то хватит, блядь. Бля, я сейчас чувствую, пизделюсь нахуй. Да нет, блин, вряд ли кто-то есть. Бля, мне забагалось оружие. Бля, он что, контуженный, что ли? Он не слышит, откуда я стрелял, что ли? Там релогну быстренько, я перезайду. А, заебись. На 25 патронов уже нет. Жадность, сука, доведет. А у него пила, короче, ножовка, но походит в базу, я понимаю. Ладно, сейчас подтемнеть надо. Бежать сверху, чекнуть, сделаем круг. Так, давай логично рассуждать. По идее, он сейчас не может стрелять так же, как и я с прицела. Потому что сейчас идет ночь. И сейчас мы чекнем вон тот хуйню, вон он. Блять, еще тело. Откуда вас столько?
Это вот тут на Микасел сидит. Чтобы контрить ящики. Там он зомби. Опа, точка. А, это вы? Свои? Хотели тебе объяснить что-то, как здесь? А, давайте. Тут просто гили где-то бегает. Нет, я только за... Это, только тут гили где-то бегает. Ну садись, объедем от гили от этого. Или хочешь, давай его загасим. Да, давай лучше загасим, а то что, зря зомбарей что ли ебашил. А она бронированная, да? Да-да-да. Ну, понятно. Бля, а когда он успел? А, ну, пока я обходил, отходил, наверное, так он залутал, скорее всего. О! Спасибо, братья! Спасибо! Я! А, ну, нихуя себе! Спасибо, братья, говорю! Свой, там... свой! Я, походу, твоего там, походу, уебали. Да. Ну, вот он сидел, крысил. Бля, я, короче, подумал... Я подумал, что этот, тот въебал. Я ухожу, говорю, братья, спасибо, что помогли. Он по мне хуярит. А там, это... Нам вчера ж предложение сделали. Бля, это свой подбежал, я вот хуй знает. Я не могу стрелять в него. Свой. Не. Окей. Drop your loot, please, man. Сказал же, дропнуть.
Да, отсюда я вряд ли что-то увижу такое толковое. Один. Ебать, откуда они появились? Соседнем доме. Он что, дурак? Странный чувак. Но он перебегал дорогу вот здесь где-то. Мог в амбар скинуть, мог где-то здесь перекинуть, скинуть. Но я что-то не помню, что был рюкзак, конечно, если честно. Блядь. Ты ж, ёпте! Влад был прав. Лошара. Чувака сбрили. Да, сбрили его. Бля, не, это палево будет. Блять, я так не вижу его. Сори, бро, ничего личного. Хуй знает, где он. Уж он ушел туда уже, блядь. Это раз... Ржавчина, что ли, стреляет по нему? Или под ржавчину? А, это вообще другой тип был. Получается, тот труп там валяется. Это вообще другой левый тип был, которого я добивал. Если он не сдох, спасибо за подписку. Что? Я тебя услышал. Вон, перебегали только что. К церкви. Чувачок перебежал.
ёб твою мать. Да вы охуели. Ух, ёб твою мать. Хуй знает, убил, нет. Так должен был быть. Да, вот он, блядь, вот он. Чё? Блять, он был на первом этаже, ёбаный в рот, а я думал, он на втором. Лоханулся.